Хей, Огли, с вами Шуки, и мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Мы, короче, с вами прибыли в непонятный город, где зомбаки всякие ходят, и в всем таком духе. Окей. Я решил поставить вот это боевое искусство другое. Да, немножко. Давайте я хочу с вами попытаться все-таки сходить на макаку. А, или апнемся, подождите. Черт, ладно, подождите. Пока что уберу вот этот. Сразу видно 0 лагов, летающее дерево. Так, за тебя, да, много дают? Очень много. Я говорю, да, это какие-то зомби непонятные. Якой зомби. Какие-то непонятные зомби, ну, они, в принципе, убиваются быстро. Плюс они воскрешаются постоянно. Тоже у них такая способность. Сейчас мы с вами поднимем просто уровень, да и все. Так, я не понял. Манать. Жопа. Нихера себе. А у меня что, семечки нету? Подождите, в инвентаре. Я же подбирал его. Минуточку. Точно. Ладно, сейчас сделаем. А, да, мы подобирали его. А, вспомнил. Блять, ну отпусти. Сука, отпусти. Вот, почему? Почему ты у меня хватаешь? Я вот этого не могу понять. Блядь, блядь.
Все, идите в сраку. Все, все, все. Я сделал то, что мне нужно. Можно бежать сюда. Переместиться. Важные места. Давайте сначала в Тильче. Мы с вами еще возьмем риса. Тварь, это должна мне тварь дать рис. Я в этом, вам это гарантирую. Она должна дать мне рис. Я хочу рис. Потом слетаем с вами к этому. К детку. Посмотрим. Для нашего этого орудия улучшения. Синоби, божественный наследник. Вождя рады. Да, попросить рису. Синоби, божественный наследник. На этот раз рису да... Так, родился хороший. Протяните руку, пожалуйста. Благословляю вас так, питательным рисом. Спасибо. Рис, есть ли что? Вот он вам. Прощайтесь, Синоби, божественный наследник. Пусть везде, куда вы пойдете, урожай будут обительным. Обитательным. Питательным. Так, переместиться. Важные места. Разрушенный храм. Разрушенный храм. Кошечок. Так, сейчас мы с вами нашли одну семечку. Мы ее улучшим. Потом я посмотрю, что есть у торговцев на продажу. Сбегаю к бессмертному, может там тоже есть что-то годненькое. Да. Давайте сразу сюда. Как обычно, нихера у нас там. Ладно, давайте сначала. Привет. Тебе что-то нужно? Да, показать протез Синоби. Улучшить инструмент, установить протез. У меня есть еще какие-то? Нету. Улучшить инструмент. Мне нужно, короче, докупить все остальные предметы, скорее всего. Я хочу вот это. Что мне нужно? Это, да, нужно. Петарды можно, топор сразу на улучшение. Клинок. Сюрикены улучшенные. Ведь оно все стоит, конечно. Да. Тут оно вам не хухры-мухры. Но здесь типа улучшение петард идет. Блин. До встречи. Так, посмотрим, что этот мне. Блять, а мне получше к этому кура нужно будет сейчас летать. Так, купить предметы. Ну, у него, в принципе, ничего нету. Жаль. До встречи. Значит. А у нас есть еще на что деньги потратить? Не помню. Так, ладно. Показать протез, улучшение протеза. Нам нужно... смотри, тут ядовитый клинок есть. Денежек не хватает. Ладно, давайте вот это прокачаем. На мне и это нужно вкачивать. Ладно, пойдем до петарды. Петарда 600, 400. Another. На встрече, хорошо, поехали. У нас есть сатан. Ну, чтобы его не просирать, я куплю, наверное, дрожжи. Да, купить предметы, давай дрожжи. Купить, окей, хорошо. Увидимся. Так, купить предметы духом. Да. Окей. Пипец у меня этих в хранилище. Так, переместиться. Так, важные места. Верхняя башня. Ой, нужно еще сесть, наверное, это, апгрейднуться немного. Потому что у нас же третий уровень. А это значит, я могу там что-то прокачать. Либо дали, либо нет. Либо там мне нужен пятый балл.
Либо да, либо нет. Можно это эмблемы духа прокачать. Как вариант тоже. Тоже как вариант. Сука, я знаю, что я хотел купить. Ребята, ёбаный насра. Я хотел купить этот. Шапку. К соломленную большую шляпку. У того, помните, крыски. Сука. Ладно. Ладно, дать напиток. Хотя, иди ты в сраку. До свидания, все. Ой, а ты хочешь риса, эй? Братан. Волк, это меч у тебя за спиной. Это клинок бессмертных. Меч, способный убивать бессмертного. Да. Его дал мне божественное дитя вот молодости в храме Сэмпо. Божественное дитя вот молодости? А монахи храма Сэмпо оставили свою веру ради бессмертия. В результате появились люди с фальшивыми наследниками дракона. Они же божественные дети вот молодости. Фальшивое наследие дракона? Никогда бы не подумал. Погоди. Божественные дети? Да. Их было создано много. Но выжил лишь только один. Видно, насколько эта сила глубительна для людей. Узы бессмертия нужно разорвать. Да, господин. Так, а вы хотите риса? Я вижу, ты собрал часть ингредиентов для благословения первоисточника. Ты молодец, волк. Продолжай в том же духе. А цветке? Одна часть благословения... Так. Это белый цветок, который растет там, где воды первоисточника глубокие. Да, господин, я пойду искать опустившуюся долину. Опустившаяся долина за лесом, что растет позади замка. Глубоко в лесу есть святилище белого змея. А опустившаяся долина, как ясное название, находится ниже. Обычная дорога оттуда не ведут, но человек твоих умений может продолжить... Ага, все. Это я вспомнил. Ты уходишь? Я расскажу тебе... Я рассчитываю на тебя, волк. Да, господин. Блин, я думал сходить еще макаку убить. Так, ладно. Давайте тогда, знаете, что замутим. Подождите, улучшение... Изучить навыки. Вот это я могу вкачать. Как раз уже... Ну, блин, я не знаю, нужно мне это. Дает навык атака теней. Атакующая резким рывком с ударом с дальними дистанциями. А затем отталкивает от пораженного противника, чтобы взмыть в небеса. Так, уподобляйте отходящий фильшку взвыше в небо, призыв жертву. За прыжок расходуется... Эмблема духа. Так бы сразу сказали. Дает пассивный навык добровольного посылок, увеличит количество денег и трофеев, собирающих с врагов. Давайте, наверное, вот это возьму. Главный жрец храм Сэмпо. Типа, больше денег, камон. И вот это вкачаем потом, понятное дело. Для меня лучше это, конечно, чтобы это было. Больше денег и с врагов. Дает пассивный навык, самый добродетельный поступок, увеличивает количество денег и трофеев, собирающих с врагов. Главный жрец Хармаса поговорит, что... Да, его возьмем потом. Ага, переместиться. Так, вот на мельнице. Ой, у нас там еще женщина, которая играет на своей дрынке. Ну, это призрак. И она атакует. А я не хочу, чтобы меня атаковали. Она стамину довольно сильно это мне подрезает. Но она в основном ушла. Она атакует меня, когда я это. А, она же. В принципе, можно с ней не драться. Why no? You pretend not to see me. Oh, you too. Whoa, whoa. How dare you hide Lord Sansa from me? Ну вот, начинается.
Ой, тихо. Воу-воу-воу. А, блин, а как ее атаковать хотя бы? Блин. Я просто не понимаю, как ее атаковать. О-о-о! Тихо-тихо-тихо! Да ёлки-палки! То есть она обязательная тоже, да, враг? Сука. От нее можно убежать на самом деле. Ну это типа долго я могу так просто делать, да и все. Бац. Воу-воу-воу! Как она жестко мне стамину снесла. Ну вы видите сами, да? То есть, как все происходит. И она мне даже это не дает. Бля, теперь... И что робить? И что робить? Хлопцы, а что робить? А я не знаю, что делать с ней. Могу я дальше просто пробежать, да и все. Блин, он меня стамину жестко снимает. Давайте я все-таки попробуем это.
О. Ну, а, так. Слишком сильно много этот расходует. Не, мне легче, знаете, просто бегать вокруг у нее. И после колюща наносить. Да блин, вот что за фигня? Вот мне бесит вот это. То есть она мне отхил вообще не дает делать. Да ты ебись от меня. Так. Так и нужно говорить, что я этот использую. Как за несколько ударов. Я-то думал... вон оно как значит. Сука. Ой, знаете, я сейчас воскресну, я просто убегу, я не хочу с ней драться. Пока. Не, мы с вами ее сейчас просто убежим от нее. Нахер надо. Скорее всего, мне просто из-за нее дадут бусинку. Единственное, о чем я думаю. Не, хотите, можно... Бля, у тебя уже время, смысл. Не, вот это херня все-таки. Я-то думал... нет. Слишком много тратится. Эмблема духом. Типа, ну, за два удара, понимаете, отнимает. Ладно, давайте попытаемся... я понял. Попытаемся задуджить ее атаки. Хорошо, нет, будем... Если она хочет, я буду тогда отбивать. Ладно, ребят, все-таки идет все хорошо. О, господин Сакудзе.
Воу-воу-воу, нет-нет-нет, тихо-тихо-тихо. Блять. О! Давай, стамина. О, тихо! Тихо! Хорошо! Ладно! О, тихо! Блядь! Хорошо. О, нет, все-таки нормально, нормально. О, я так рада. Господин Сакудза прислал мне этого человека вместо себя. И он уже здесь. Все-таки мы справились. О, бусинки. Дыхание жизни тени. Пассивный навык, восстанавливающий запас жизни при успешном выполнении смертельного удара. Смертельный удар дает седому... Так, возможно, чем опаснее был противник, тем мощнее мой... Так. Ни хрена себе, ребят, вы поняли, да? То есть, я прокачал. Ни хрена себе. Плюс бусинки, плюс умение. Дыхание жизни. Это ты? Ты здесь, Синоби? Да. Поблагодаришь? Ты привел ко мне музыканта. Всего мгновенно назад она ласкала меня и играла при этом свою чарующую мелодию. На этот раз песня была другой, словно колыбель. Умирающая теплая мелодия. А, умиротворяющая тема. Я думал, умирающая. За игры она говорила со мной. Спасибо за прошлое, что пришли за мной. Похоже, она и правда все это время звала меня. Синоби, прошу, возьми это. Статуэтка Джидзи. Фигурка Будды, так, обернутая светлого розовой тканью. Взяв ее, так, в ладони помолившись, вы восстанавливаете единицу воскрешения. Запеленная статуэтка Дидзи выражает родительские любви. Господин Сакудза, прошу, пеленайте этого тканя малыша. Пусть он живет в мире и здравии. И сейчас я так устал. А, ну все, минус парень. Процент, я думаю, у меня не потерялся. О, я одну вещь, ребят, еще видел. Сейчас покажу. Подождите. Не-не-не, подожди, сейчас. Я не знаю, как вот это сделать. Блин. Вот Y мне нужен. Кнопочка Y. Ну-ка, что мне Y? Сейчас, подождите. Настройки. Ага, все. Сейчас. Переместиться.
сейчас. Открыть страницу. Старинную карту. А, вот, на F. О, видели, как оно выглядит все? Вот это вся карта игры. Классненько, да? Хех. Так, у нас есть с вами... А, ну уже, в принципе, серия. Мы сразились с духом в этой всей серии. Найс, как много времени потратили. Ну, ладно, ходили туда-сюда. Получили рисинки. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока. А, плюс еще апнули тыкву. Эту флягу. Всем пока.